Сегодня вокруг нас много людей, которые рискнули и открыли свой бизнес. Яркий тому пример – многодетная матери Гульден Нурмахамбетқызы. Она пользуется поддержкой государства и вносит свой вклад в развитие индустрии красоты. Об истории нашей героини, которая успешно совмещает воспитание детей и любимые занятия, в нашем следующем сюжете. Гульден Нурмахамбетқызы начала свое дело год назад, получив безвозмездный кредит от государства. Мастер владеет тонкостями стрижки и укладки и сегодня нашла свою реализацию в собственном бизнесе. «Моя главная цель – воспитать детей, развить себя и начать дело», – говорит она. С этой целью Гульден открыла небольшую парикмахерскую возле своего дома. Я получила колоссальную поддержку от государства. Мне выделили 555 тысяч тенге. На эту сумму я закупила все необходимое оборудование для запуска своего небольшого дела. Почему я решила работать на себя? По причине того, что у меня четверо детей. Сейчас я сама могу контролировать время работы и время, которое буду уделять семье. Женщина не скрывает, что изначально было внутреннее недоверие, однако в результате упорного труда она добилась поставленной цели. Сейчас у нее есть свои постоянные посетители. Вначале, конечно, было страшно, но я решила рискнуть и попробовать, о чем нисколько не жалею. Зато сейчас принимаю порядка 5-10 клиентов в день. Теперь история Гульден Нурмахамбетқызы является примером для окружающих. Она всегда консультирует тех, кто хочет вести дела, и всячески продвигает их вперед. На самом деле, многие женщины и мамы, сидящие дома, не знают о таких возможностях. Многие не знают, что можно получить финансовую поддержку от государства. Сидя дома, таким образом можно открыть бизнес, свободно распределяя рабочее время. И мои дальнейшие планы – это расширение. Гульден Нурмахамбетқызы, занимающаяся парикмахерской, планирует в дальнейшем развивать это дело. Не ограничиваясь этим, она полностью освоила сферу красоты и намерена заниматься различными проектами. Многодетная мать, которая строит свой бизнес, сегодня пример для многих. Владимир Федотов, Межана Манжолов, телеканал Актобе.